Привет, друзья! Мы сейчас находимся на производстве спорткаров Denkenmore. Именно здесь, в этих цехах, собирают эти уникальные и очень мощные автомобили. This is our former chassis, the DH chassis. Перед вами шасси предшествующей модели D8, дальше модели D8 GTO. В GTO пространственная рама чуть шире, и там могут ездить люди более полной комплекции. А главное отличие в том, что в предшествующей версии использовались алюминиевые панели, а в версии D8 GTO алюминиевые панели заменены на композитные материалы, на карбон. Если раньше для изготовления алюминиевых панелей рабочим требовалось 2 недели, то сейчас, используя более прочный и легкий карбон, этот процесс значительно ускорился. Из углеволокна сделанный носовой обтекатель, боковины, некоторые элементы делаются из жести, очень мелкие. Всего же производство занято 30 человек, они делают примерно 40 автомобилей в год, а всего за 35 лет сделано 1100 автомобилей. Кстати, здесь работает даже девушка по имени Тамара. Перед вами версия Denkenmore GT. На спортивной модификации этой версии даже были выиграны гонки 24 часа Дубая в 2011 году. А это уже D8 GTO, последняя модель Denkenmore. Этот автомобиль ждет своего клиента. Мы будем ездить на тестовом, но в отличие от тестового, у этой версии намного изящнее салон. Здесь, например, карбоновая панель. А сейчас, буквально через несколько минут, мы отправимся на тест-драйв новинки Denkenmore D8 GTO. К сожалению, мы не поедем на гоночный трек, а будем тестировать машину по дорогам общего пользования. В Denkenmore установлен мотор от Audi мощностью 370 лошадиных сил с крутящим моментом 450 ньютонов на метр. Вы не поверите, с места до 100 км в час Denkenmore D8 GTO разгоняется за 2,8 секунды. Это почти как Формула-1, а до 200 за 8,6 секунды. Тормозных усилителей нету, здесь ничего нет. Для лучшей управляемости в шасси используются двухрычажные подвески и гоночные амортизаторы с дополнительными резервуарами. Коробка передач механическая, пятиступенчатая, а на задней оси установлен самоблокирующийся дифференциал торса. Сегодня все. Читайте газету «Клаксон», смотрите «Клаксон ТВ». Когда есть крыша, внешне более эстетический вид, но трудно сказать, что с крышей удобнее. Ну, ветер не задувает, но вот с обзором просто беда. Хотя вот благодаря этим лючкам я могу смотреть, какой светофор. Вот сейчас красный горит.